В заседании также приняли участие заместитель главы региона Сергей Алтухов, члены совета, руководители органов исполнительной власти края и главы муниципалитетов, представители промышленных предприятий. В ходе совещания участники подвели итоги развития промышленности региона за 2016 год и прошедший период текущего, а также обозначили задачи на 2017-2018 годы. Также накануне заседания губернатор посетил ведущие промпредприятия муниципалитета.